Один украинский солдат погиб на Донбассе. За минувшие сутки боевики 34 раза открывали огонь по нашим позициям. 8 раз сбили из запрещенных орудий. В ход пошли минометы, гранатометы и бронетехника. Сегодня противник обстреливал украинских военных уже 5 раз. Все провокации на Мариупольском направлении. По состоянию на 6 вечера потерь среди наших армейцев нет.